На страже порядка стоит структура МВД России. Ежедневно совершаются преступления и различные нарушения закона. Но сотрудники полиции в любой момент готовы прийти на помощь и навести порядок. Поэтому каждый день в дежурную часть поступают сообщения о преступлениях и происшествиях. За прошедшую неделю их было 279. Из них 20 сообщений зарегистрировано о происшествиях с признаками состава преступления. Такие как 9 содержат признаки превентивного состава, 11 содержат признаки преступлений средней тяжести и по более тяжким. По 159 сообщениям принято решение в дежурные сутки. Так, за истекшую неделю возбуждено 6 уголовных дел. По 40 материалам проверок принято решение о вынесении постановления об отказе возбуждения уголовного дела. 19 материалов направлено по территориальности. По 20 материалам проверок принято решение о приобщении в специальное номенклатурное дело. По 12 сообщениям выявлены административные правонарушения. Отказано возбуждение административного производства по 23 сообщениям. На территории Артемовского городского округа по подозрению в совершении преступления задержано трое граждан. Из них в порядке статьи 91 – 1. Также на территории района скончалось за истекшую неделю 9 граждан без признаков насильственной смерти. Доставлено в дежурную часть МВД 7 граждан, которые были иначе дактилоскопированы. И 5 из них содержались в помещении для задержанных. Также за истекшую неделю на территории района выявлено 514 правонарушений, из которых за появление в пьяном виде в общественном месте 46. Сотрудниками ГИБДД выявлено 337 нарушений правил дорожного движения. Зарегистрировано за истекшую неделю 16 ДТП. В ходе проведения профилактических мероприятий на территории района было проверено и осмотрено 413 единиц автотранспорта. 487 было проверено лиц по базе розыска.